Когда в Библии сердцем читаю откровения благие твои, я тебя, Дух Святой, призываю. Объясни, Дух Святой, объясни. И становится истина света, и пророчество Божие сны. Только ты, Дух Святой, можешь это, о посланник небесной страны. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой. Живущие в спешке отвергают призывы твои и бросают лицом не насмешки. Я прошу, Дух Святой, защити. И могу я стоять под ветрами, не сбиваясь от злобы людской. Я твоими хранима руками, о защитник невидимый мой. Веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой. Я объята тобой и согрета, утешитель ты мой. И случается в жизни встречаю тех, кто просит меня, говори. Слово Божие для них открываю. Я прошу, Дух Святой, умудри. И полился живою рекою водопады Господни любви. И ликую я вместе с тобою. Говори, Дух Святой, говори. Веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой. Я объята тобой и согрета, утешитель ты мой. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой. Я объята тобой и согрета,